Так, ну всех приветствую. Горячо приветствую. На игре Skag Gaming против Вифорд. Наконец-то нас 5 на 5 на сервере. Все отлично, все отлично. И это пока варма. Спрашивает админ. Ready? Вифорд пишет ready. СК пишут ready. И мы начинаем. Да, ура, рестарты. Это best of 3, 3 карты, до 2 побед. То есть, если счет будет 2-0, то третьей карты не будет. А, ваш капитан очевидность. SK Gaming против Вифорд. Представляю вам составы, я думаю, что здесь ножей не будет, здесь будет сразу пистолетка. Сейчас посмотрим. Да, Трейс уходит у нас на зелень, и это пистолетка. Это пистолетка, 5 человек готовятся выходить Нет, это ножи. Да что ж такое? Почему я такой классный комментатор? Составы команд. SK Gaming. Робин, Роберт Дальстрём. Гетрайт, Кристофер Алисон. Форест, Патрик Линдберг. Фейс, Йохан Классен. Трейс, Мартин Хелт. Так, выигрывают ножи у нас SK Gaming. Игра начинается. Вифорд, Денис Костин, Сейзет. Николай Кирпичев, МНР, Антон Колесников, Кибакин, Борис Литвиков, Ватти и Кирилл Балачевцев, Делмик. Вот они составы. Составы моей мечты, да. И это пистолетка. Детрейн опять, опять Детрейн. Опять СК Гейминг и опять Детрейн. Что можно сказать по поводу СК Гейминг? У них новичок в команде. Мартин Хелт, датчанин, снайпер, замена Делпану, который завершил свою карьеру. Вы знаете, по первому дню соревнований, где SK Gaming играли в группе, Трейс тащил. Трейс был просто великолепен. Везет вот с новичками SK Gaming. Ну, видимо, они игроков, которые в плохой форме находятся, просто не рассматривают как кандидатура для участия в своей команде. Тут Ватти вот под флешечку пытался что-то сделать. Так, сейчас перестрелка у него будет. С Трейсом как раз, который сидит у нас, да. На скале. Ну, это какой-то фейк непонятный сейчас будет. Антошка Колесников под Б пугает тут Фореста. Так, а вот испугали ли они SK Gaming? Да, испугали. Смотрите, Гетрайт перетянулся на хелпу. Фейс забирает Ватти, Робин забирает, Трейс забирает, ну вообще просто, SK Gaming забирает. Антон Колесников минус, это 2 в 4, так, Антон Колесников минус 2, 2 в 3, Антон Колесников минус 3, 5 хп, правда, у Кибакина остается. Да, 5 хп, это, конечно, очень, очень мало, нужно попадать 100% в голову. Да, время истекло. И еще Гетрайт успевает забрать Кибакина. 1-0. SK Gaming повели, но Антон Колесников молодец. Бывший представитель команды Virtus Pro показал неплохой скилл владения USP. Вот что, Алексей Колесников, да, минус 5 выдал против SK Gaming на трейне в пистолетке. Вот теперь Антон Колесников представитель той же самой фамилии. Выдал всего лишь минус 3, правда, но тоже очень красиво. Решили не закупать диглы Вифорд, что правильно. Здесь просто тачдаун раунд, поставить бы бомбу. Вот удастся у них это или нет? Ну, вряд ли, конечно, удастся что-то. Уже остается последний сейз. Да, под лысом сидит, выходит. Ну, все, да, фейс его находит. 2-0. 2-0, и вот сейчас будет ли закупка сейчас, посмотрим. Я бы не делал закупку, я бы сделал 2 эко. Но Вифорд решают иначе. Вифорд решают закупиться. Здесь палка о двух концах, да. Либо ты закупаешься в четвертом раунде, и у тебя есть АВП, и у твоих оппонентов есть АВП. Либо ты закупаешься в третьем раунде, у тебя нет АВП, у тебя галилы. Но у твоих соперников еще есть фамасы с первого бая оставшиеся. Отличный первый
Открывающий фраг делает Вати. Перестрелка на зелени. Форест все-таки убивает Вати. Форест минус Мундер. Ну зачем же так слишком агрессивно действовать? Кибакин вообще был с диглом. И Сейзет остался 1 в 3. Трейс его находит. Т3-0. Я не знаю, что сказать. Настолько сейчас было сумбурные действия атаки вот после первого фрага, что я даже, знаете, не успевал переключиться. Что вообще происходит? Надо было просто вот так вот сделать и смотреть вот так, чтобы происходить. Опять глоки. Опять глоки, можно, да, поговорить на что-то, на какие-то отвлеченные темы, а можно просто найти игрока, вот типа Робина, который сейчас будет собирать урожай. Робин хороший хэдшот домику сейчас поставил. Ну, Гитрай там где-то еще нашел двоих на зелени, это 4-0. Скагейминг, знаете, так играющий пока. Пока выигрывают Кибаки на 4 фрага, у Вати 1 фраг за 4 раунда. И все пока. Посмотрим, что будет. Но вообще с SK Gaming на детрейне в защите делать особо нечего. Я вам точно могу сказать. Virtus.pro, которые там не взяли, да, ни одного раунда против SK Gaming. Winfact, которые взяли 3 раунда. Ну, может быть, у Vfort получится что-то получше. Так, Кибакин, минус Форест. Он видел, да. Кибакин забирает Трейса. 4 в 2. Делмик, отлично, минус Фейс. Ну и что, Гитрайт последний остается, забирает, правда, Вати. Получает ХАЕ, это 1 в 3. Гитрайт минус Мунер. Ну, Гитрайт знает, что здесь лежит бомба, и Гитрайт. О, Вифорт, ну как же так? Как можно было отдаться вчетвером на бедного одного Гитрайта? Да? Да, все правильно. Кристофер Алисон, минус 4. Просто парень видит пакет, знает, что на него за ним сейчас побегут. Просто выходит, дает две пульки, уходит. Ну и потом просто сел, зажал двоих. В рядок. Да, это, конечно, был эпический просто фейл от Вифорт сейчас проиграть такой раунд. И тут уже готовится атака под закрытый. Бомба лежит, пакет лежит на винте. Сейза тут пугает Фореста. И сейчас, кстати, по-моему, доиграется. Денис Костин, знает ли он, что там Форест есть? Нет, не знает. Знал бы, простреливал бы сейчас четвертую линию. Вот сейчас прилетает флешка, и Сейза должен понимать, где. Да, отлично, Сейза минус Форест. Смотрите, открывающие фраги. Уже третий раунд подряд за командой Вифорт. Ну как же можно проигрывать раунды? Надо играть от разменов. Учитесь. Там, посмотрите демки. Есть C-Gaming. Да нет, шучу, конечно. Не мне советовать, как играть. Команде Вифорт. Команда, сыгравшая с Natus Vincer в групповом этапе. Ничью. Причем могла выиграть. Спокойно могла выиграть. Так, Фейс с Трейсом находит Делмика Кибакина. И вот опять... Ситуация 5-4 и уже 2 в 3. Слава богу, что в 2 в 3. Но все равно в пользу СК. Мунер хорошо так просто на знание таймингов прострелил сейчас Робина. Трейс минус Сейзет. Гитрайт проходит в спину. Сейчас убивает Мунера. И это 6-0. Да, такие вот извечные проблемы у террористов на Б-планте, на Д-трейн. Если в живых не 4 человека, то почему-то никогда никто не смотрит в спину. Вот сядь ты и смотри выход с нижнего парика, например, да? Как вариант. Ну, почему-то никто этого не делает. Такая рулеточка получается, зайдут или не зайдут. Ну, как правило, заходят. Как правило, так и получается, что контры выигрывают исключительно раунд за счет того, что кто-то зашел в спину. Робан падает. Мунер молодец, разменивает. Фейс встречает Кибакина на Б-планте. Вати отвечает. 3 в 2. Бомбу надо ставить.
Так, бомба ставится, Трейси задымили, Трейси сейчас не выпустит. Да, Трейси не выпускает Вайти, 2 в 2. И смотрите, Форест уже идет со спины. Вот, вот опять та же самая ситуация, Форест идет со спины, его опять никто не смотрит. Смотрите, что сейчас будет с Сейзедом. Минус Сейзед. Почему? Почему так происходит? Да, и Форест минус Мунер. Ну опять 7-0, опять численное большинство превращается в проигранный раунд. 7-0. 7-0 SK Gaming против Before. Я думаю, что еще парочку раундов так Форест возьмет против Before, и до них наконец-то дойдет, что надо просто смотреть пожарку, потому что Патрик Линдберг, ну, каждый раунд так идет. Зачем идти через центр вместе с тремя, да, игроками, если можно в одиночку пойти и просто взять раунд. Трейс отлично, просто в упор расстреливает Антона Колесникова. Ну все, засада вчетвером. Там сидят игроки СК, Фейс один остался на Б. Инфа есть, что бомба прошла на апленд. Зачем тратить время, да, зачем держать Б-плант, если известно, что все на А, Фейс находит Сейза, да, Вати минус Робан. Так, Трейс убивает пакет. Сейчас, правда, Трейс промахивается. Мунер находит Фейса. Где-то гитрает минус Мунер. И Делмик 1 в 3. Делмик 1 в 3, 62 хп. Пытается развести на выстрел Трейса. Развел на выстрел Трейса. Но не перестреливает Патрик Линдберга. И Форест ставит точку. В восьмом раунде 8-0. 8-0, счет, конечно... плохой счет, честно скажу. Но Вифорд все равно молодцы. Команда молодая. Команда, наверное, самая молодая команда на российской КС-сцене. И вот единственная российская команда, которая пока еще осталась в когорте участников чемпионата. И единственная российская команда, у которой еще есть шансы пройти дальше. Так, Робин находит Вати, здесь Эко, Диглы, Форест минус Кибакин минус Делмик, Гитрайт минус Сейзет, Форест минус Мунер. 9-0. Нет, ну, чтобы драться со Sky Gaming, на Дотрейн надо брать хотя бы 2-3 раунда в атаке. И, в принципе, это будет вполне удовлетворительный результат. Но я не завидую, конечно, командам, которым вот пал жребий сыграть на карте D-Train. Сейзед, СВП, его практически забрали, да уже совсем забрали. Трейс все-таки нашел Сейзеда. Вати, Вати, Вати не перестреливает Робана, ну Кибакин. Кибакин его забирает, Кибакин минус Форест, отлично. Антон Колесников, сейчас самый заметный игрок в своей команде. Самый полезный, самый результативный, 8 на 10 идет Антон, но, к сожалению, это не помогает его команде, 10-0. Кибакина, наверное, больше всего опыта из всех игроков команды Вифорд, вот по игре именно с топовыми европейскими коллективами, такими как SK Gaming, просто за счет долгого выступления за команду Virtus.pro. Ну как долгого, я не могу сказать, что прям очень долгого, но там полгода. В принципе, это срок неплохой. Трейс минус Сейзед. Делмик тоже пошел отдаваться, да, на Трейсе, я так понимаю. Так, ну Трейса задымили, и Трейс решил уйти на всякий пожарный. Да, уходит Трейс. Небольшая перестановочка у Трейса с Фейсом. Так, а что будут делать? Вот смотрите, Форест уже здесь. Все. Ну, вы видели, да? Я просто, это такая была немая пауза. Просто вот что делает Патрик Линдберг? Просто идет и режет с ножа двоих игроков Вифорд.
11-0. Да. Я не знаю, как это даже прокомментировать. Разница в классе. Вот она. Разница именно в классе. Причем по стрельбе этой разницы нету. Эта разница есть по чтению игры и по чтению соперников. Форест минус Делмик, Мунер минус Форест. Ну, сейчас Гитрайт. Да, Гитрайт прошивает одного. Так, Антон Колесников, молодец. 2 в 2 ситуацию. Делает на пару с Денисом Костином. Правда, опять тут Трейс и Фейс живых, да. Сейз, правда, забирает Трейс. 1 в 1. Наконец-то первый клатч за все время 1 в 1. Если не считать, да, вот того 1 в 4 с Гитрайтом. Так, пакета нет, а где лежит пакет? Пакет лежит на пятой линии. 45 секунд до конца раунда. Ну, в принципе, у Дениса времени полно. Фейс тоже вполне все правильно делает. Ну, так сел у себя на респе, а смысл мне куда-то вылезать, да? Если я не знаю вообще, куда пойдет Сейзет. Где он будет ставить бомбу. Вот сейчас только он взял пакет. У Фейса есть инфа, что пакет взят. И Фейс пошел. Фейс пошел, убил Сейзеда. 12-12-0. Да, все грамотно. Все грамотно делают игроки SK Gaming. Никаких ошибок. Ну, просто придраться не к чему. Это... Вот оно, эталонная игра, да, на карте Death Train. Так, Трейс минус Кибакин тут же просто, мгновенно. Трейс минус Делмик. И уже 3 в 5. Фейс минус Сейзет. Мунер остался в доме. Вати проходит по зелени. Так, ну что, Борис Литвиков минус 1 сделал. Хватит ли его на... Нет, не хватает его на Трейса. Остается последний Мунер. Форест находит Мунера в сотке. Это 13-0, это, по-моему... По-моему, это 15-0, вот, честно. Я не вижу шансов взять раунд у обороняющихся СК на карте Детрейн. Просто не вижу. За 13 раундов было две возможности. И то таких, знаете, равных. Ну, нет, одна была возможность, конечно. Очень жесткая возможность. Но там... Там Гитрайт. Там Кристофер Алисон. Вот это все... Вилами по воде писано. Попробуй. Уронил пакет и все. Нету бомбы на руках. И Детрайт один может против роты выступать. Оборонять этот пакет. Проход по зелени. Так, ну размен в пользу пока. Два в один разменялись. Ну что, поставите бомбу или нет? Да, бомба ставится. Наконец-то. Наконец-то ставится бомба. Форест с Фейсом пойдут у нас с мейна. И Трейс будет идти с хелпы. Так, Мунер, отлично. Мунер, Кибакин, ну все. Здесь уже точно все. Правда, Трейс хороший. Головошот поставил Мунеру, но шансов у него, конечно, никаких. Промахивается он... По Антону Колесникову, и Антон Колесников его не прощает за это. Ура! 13-1, наконец-то удалось Вифорд взять первый раунд. Смотрите, какая просто колоссальная разница по фрагам в команде Вифорд. Кибакин 12 фрагов, Мундер 6, 4-4-3. Ну и пинг игроков вот, не радует, на самом деле, меня эта ситуация, когда у SK Gaming пинг клановый, а у Вифорд пинг 30 средний. Но это очень-очень неприятно, и это очень заметно. Я не знаю, почему так получилось, почему шведы играют на шведском... Шведско-русское, да? Дерби играется на немецком сервере. Все, пакет выпал, Фейс дает инфу. Сюда стекаются все игроки СК. Ну, Фейс там и без помощи мог бы справиться, я думаю. 14-1. 14-1 и
остается два раунда СК Гейминг до победы. Буквально тащится пистолетка, и все, это ГГ. С 99% вероятности. Так, рестарты. Рестарты. СК Гейминг атакуют. Вифорд будут пытаться вытащить игру, ну, 15 раундов подряд. Ну, в принципе, почему бы и нет. И не такое бы, и не такое видали. Так, Мунр Делмик Кибакин выходит на по линиям. Бати в перемычку сейзет, смотрит Б-план, там атака под Б. Там атака под Б. Найду я Дениса Костина. Вот он, Денис Костин. И смотрим за его действиями. Денис Костин, по-моему, уже понял, да, что там проход был. Так, стреляется с Форестом. Хорошая хае прилетает сейчас на нижний парик. Сейчас вторая хорошая хае должна прилететь. Нет, вторая хае была не такая хорошая, как первая. Так, Робана 23 хп, у Робана 0 хп, отлично. Правда, бомба, конечно, стоит по верхнему парику. Форест никого не пропускает. Так, Мунер, Делмик, отлично, минуса. Остается Гитрайт и Форест. Форест в девятке. Гитрайт на собаке. Гитрайт минус. Все, Антон Колесников опять. Вот Антон Колесников минус 2, Делмик минус 2. Мунер минус 1. Это второй раунд в копилку Вифорд. Отлично. Ребята, тащите. Очень хочется увидеть хотя бы боевой счет. Там 16-10, 16-11. А лучше всего, конечно, 16-14 в вашу пользу. Все мы понимаем, что это так немножко на грани фантастики, да, но почему бы и нет? Отдача у СК. Тут взрывы. Прошивы, Делмик, Вати, Сейзет. Главное не терять девайсов, главное не давать СК Гейминг лишних денег. Ну вот потеряли Дениса Костина, который был с Юспом, не страшно. Это все не страшно. Это третий раунд для Вифорд. И вот смотрите, два раунда подряд, да, берут Вифорд, у Гитрайта всего два фрага, и это все, что имеет в активе СК Гейминг пока. Но я уже говорил, что защита и атака у СК на этой карте это просто черное и белое. То есть обороняются СК здесь, ну, раз в 10 лучше, чем атакуют, на мой взгляд. Другой вопрос, что игроки такого уровня, они, ну, в любом случае, априори потащат раундов 5 в атаке. Здесь, ну, нету других шансов просто. Но здесь просто какой-нибудь бешеный тайминг какой-нибудь из игроков поймает, да, что-нибудь такое прям вот хитрое сделает, даст минус 4 и все, собственно. Тут СК готовится под бейти, да, вот у нас тут сквад. Идет Мунер. Вся надежда у нас на Мунера. Николай Кирпичев сейчас будет просто выполнять роль спартанцев. Так, минус один от Мунера. Минус два не получается, к сожалению. Там еще падает Сейзет. Антон Колесников, отлично. Опять фраг от Антона Колесникова. Опять в меньшинстве. Антошка справляется. Кибакин минус Ройбан. Отлично. Вати находит Фореста. И что? Последний Трейс. Трейс за собакой. У Трейса мало хп. Очень мало хп у Трейса. Но игроков Бифорд двое уже. Так, а куда у нас пойдет Трейс? Трейс у нас никуда не пошел. Трейс решил засейвить калаш. Ну, кстати, очень грамотно. Грамотно поступил сейчас. Датский легионер Мартин Хелт. Ну, 95%, что он умрет. А тут калашик, бомба стояла. Можно закупиться, дропнуть, взять гранатки и пойти потащить 15 раунд и выиграть игру. Зачем рисковать и отдавать просто так раунды? Вот смотрите, Фейс забирает Делмика в перестрелке на центре. Тут, конечно, хорошие хае прилетели на сотку, но вот сейчас был неправильный муф от Кибакина. Сейзет минус Робан, сейчас Сейзета тоже найдут, убьют. Но находит почему-то Вати. Находит Вати, Сейза, да еще все не нашли. Мунер отлично. Эх, жалко. Мог дать гораздо больше минусов. Николай Кирпичев. 2 в 2. 2 в 2, Сейза убили. Мунер минус Фейс. Форест сидит на скале. С Мунером он будет сейчас
как говорится, дуэлится. Один на один, у Мунра 27 хп, это очень мало. Форс берет пакет, идет на А, наверное. Не пойдет он на Б. Смысл идти на Б, если А чисто, да? Если он никого здесь не видит. Как же грамотно действует Патрик Линдберг. Просто вот, какие-то микро-моменты, ну все грамотно. Бомбу поставил, ушел на хелп. Все правильно. Все правильно, сейчас обойдет через перемычку и убьет бедного Николая Кирпичева. Вот посмотрим. Мунра, конечно, вариантов напотащить очень мало. Ну и все, да. 15-4. 15-4, будут ли деньги? Вот в чем вопрос. Кстати, 10 на 1 идет Делмик. Кирилл Балачицев просто радует глаз его статистика. Но SK Gaming уже как минимум себе овертаймы заработали, а... До овертаймов и фортом тащить еще 11 раундов. И теперь будет закупка в каждом раунде. У Вифорт, естественно, но, ну, собственно, в каждом раунде пока они не проиграют. Как только они проиграют, игра закончится. На этой карте, и мы увидим вторую. Так, у нас тут сплит от СК, 4 человека в доме, Форест у зелени. Вати жестко прошили. Робин с Трейсом идут по винту вниз. Сейчас Мунра будет встреча. У Мунра Дигл. Да, это, конечно, очень плохо все. Смотрите, как сидит Вати. Мне интересно, найдут ли Вати игроки СК. Робин увидит ли его или нет. Нет, смотрите, не видит Вати. Игроки СК, но Гетрайт. Гетрайт через соточку прошел, посмотрел, убил. Да, и это, по-моему, 16-4. Так, Делмик не дает поставить бомбу Фейсу, отлично. Сейзит находит Трейса. Да, зато Форест Гетрайтом находит Кибакина и Сейзида. Да, это последний Мунер. Это 16-4, это ГГ. ГГ сейчас становится 1-0 в пользу СК. Мы ждем вторую карту. И вот Техлабс Кап пишет перерыв 10 минут. Ну вот, собственно, мы все видим сами.